И второе, для того, чтобы улучшить именно предпринимательский климат с точки зрения противодействия необоснованному уголовному преследованию предпринимателей, я бы внес в Уголовно-процессуальный кодекс России такое изменение, чтобы любое уголовное дело по предпринимательским статьям, которые перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе, могли возбуждаться исключительно с согласия прокурора региона. Поскольку почему это важно? Это важно для того, чтобы все те материалы, которые формируются на местах местными органами власти, они представлялись на региональный уровень и уже в регионе оценивали обоснованность их, чтобы не было на местах произвольных решений о возбуждении уголовного дела, поскольку очень много гражданско-правовых отношений, возникающих между предпринимателями, споров между предпринимателями и государственными органами, переводится в уголовное русло. И для того, чтобы оно